Почему так дорого? Этот вопрос сейчас задают, пожалуй, все родители учеников. Папа и мама испытали шок от цен на школьную форму. Они говорят, что стоимость одежды подорожала в 2 раза. Только за одну рубашку придется заплатить 5000 тенге. Во сколько же обойдется весь комплект? И как выбрать качественную форму? Расскажет Ардак Камал. Аида Тулюжанова – мать 3 детей. Старший в этом году пойдет в 3-й класс. Каждый год она покупает ему по несколько пар брюк и рубашек. А то, что ребенок носил в прошлом году, уже не оденешь. Брюки, смотрите, не застегиваются. Узкие, короткие. Он даже сидеть в них не сможет. Это наши прошлогодние рубашки. То есть на этот год они уже не пойдут никак. Все, они маленькие, они застиранные. На покупку школьной формы и канцтоваров тратится значительная часть семейного бюджета. Цифры растут с каждым годом. Все не отстирывается. В прошлом году, я примерно посчитала, у нас где-то ушло, если посчитать с канцтоварами, около 150 тысяч. В этом году я уже посмотрела, когда на цены, цены очень сильно выросли. И будет, наверное, нам обойдется наша школьная форма с канцтоварами 200-250 тысяч. Демократичными не назвать даже рыночные цены на школьную форму. Хотя в их составе только синтетика, которая в большом объеме нарушает влага и теплообмен кожи. Сколько стоит? Рубашки. Вот. Рубашки 6500. Вот это вот. Продавцы советуют обращать внимание на состав ткани. Чем больше в нем хлопка, тем лучше. Кожа ребенка будет дышать. Да и гладить такую вещь гораздо легче, и прослужит она дольше. Важно на ощупь проверить толщину материала. Качественная ткань должна быть плотной. Лучше выбирать пиджаки и сарафаны, изготовленные из шерсти и вискозы. Они удерживают тепло. Кто разбирается, вот родители, кожаная обувь, не кожаная, также могут ее понюхать. Она должна пахнуть, издает неприятный запах. Цена комплекта 2 на мальчика, это брюки и жакет, составляет 31 тысяча. Также есть юбки для девочек. Ценовая политика от 10 тысяч тенге. Брюки девочковые вы можете приобрести от 14 тысяч тенге. Производители отрицают удорожание продукции и все же советуют родителям покупать обувь и одежду на размер больше. Форму лучше стирать при температуре 40 градусов. Тогда она не растянется и может прослужить дольше. Ардак Камал, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.